но обратите внимание на качество. Опа! Это так в проекте, да, должно быть? Ее же делают у нас. У меня всего лишь обратная тяга, да, без плесени пока. Наверное, нет. Этого не было. Я у нас весной следующей заканчивается гарантия на тех, которые не высадили при заселении. Проблема до сих пор не решена. Естественно, да. То есть и дует обратно в квартиру. Это можно назвать ошибками реализации или проектирования. Все, дышать в квартире нечем. Просто я задыхаюсь. У меня сгнили шторы, мы их выкинули. Вообще я разочаровалась, конечно. Сетлер. Сделали вот такую, скажем, обманку, наверное, по-другому я не знаю, как это назвать. Вот там светится, да-да-да-да-да-да. И из-за того, что мы такие тупые, у нас вот проблемы с вентиляцией. Говорит, мам, ничего делать не будем, делайте за свой счет. Сетл уже раза 4 пытался это делать. Начни с того, как ты лоханулась. Получается, что в 8 утра как раз все эти большие грузы. Худшие жильцы для управляющей компании. Балконы намоют, дорогие соседи, не бесплатно. Слушай, ну очень круто, да? Не снимай. А ты же все понимаешь. Снимаешь? Да. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами снова находимся в солнечном городе. Здравствуйте, расскажите нам про эту красоту. Когда это началось? Ну, началось все в этом году, в февраль месяц. После первого снега, как снег растаял, у нас потекла вода. Прям... Вот оттуда, да? Прям вот да, отсюда, прям с вентилятора? В прямом смысле она потекла у нас ночью. На мебель, получается, вот, по вот стенке, так, да? По вот этим, вот этой штуке. И да, прям сюда вниз. И прям вот сюда на пол. У нас здесь ведро не стояло, но мы на всякий случай здесь мусор... К застройщику обратились? Ну, мы написали, да. Сразу же? Позвонили, конечно, сразу же утром мы позвонили. Это в феврале было? Это было в феврале, да. Так, февраль? Конец февраля. Март, апрель, май. То есть уже 4 месяца прошло. Конец января. Да. Конец января даже. Да. Ну, 4 месяца прошло, да? Да. А что сделали? Исправили? Ну, в квартиру никто не заходил. А вот там они наверху что-то делали, ходили. У нас тут просвет такой был, небо было видно. А, ну это, кстати, нормально. Да, здесь на последних этажах ну, и да. в резиденциях вроде тоже. Вроде как что-то делали. Я так поняла, что-то там делали. Но проблема осталась или нет? Ну, у нас вытяжка не работает. А, вытяжка не работает. Да, но снега сейчас нету, капать нечему. А когда дождик был, ничего не капало? Нет. Пока нет, да? А вот это они будут вообще исправить? Это же по гарантии они должны исправить. Ну, как раз вот стенку исправить. Да. А вот это провода, это они обрезали? Нет, это так было. А, это так было? А да. Что это? Ну, да, там что-то подводили. Это вот то, что... А, то, понятно. Что вот штукатурка, да, немножко вот отколупалась? Ну, да, скучилась. А вот это будет исправлять или нет? Мы не знаем. Ну, просто за 4 месяца, мне кажется, может, здесь уже было миллион раз исправить. Мы Ольге звонили. Вот. Ольга это кто? Собственница. Угу. Да, мы ей звонили, писали, я ей фотографировала, отправляла. Она говорит, должны прийти и отремонтировать все. Вы здесь, получается, арендуете, да, квартиру? Да. Сколько здесь комнат? Одна. Одна. И сколько стоит аренда в месяц? Обязательно? Ну, просто да, интересно реально, сколько? 20. 20 тысяч? Да. Назначали встречу, что придут работники, приступят к ремонту. Никого не было. Весь день прождали, никого не было. То есть и вы с работы, да, отпрашивались? Да, я специально отпросила с работы. Это был один раз или несколько? Два раза. Ну, первый раз я отпросилась, второй раз ребенок со школой. Мы ее оставили дома специально, чтобы она сидела и ждала. Понятно, ребенок порадовался, вы полагаете, нет. Нет, она наоборот не хотела никого. Слушайте, красота какая. Ну, стекло-то так не слабое, смотрю. Да, прям вода бежала, тут ручьем. Да, потоку. А здесь, обратите внимание, друзья, не хватило небольшого кусочка гипсокартона? В прошлый раз я вам здесь показывал супер-дискотеку. А теперь дискотека. О-хо-хо, какая красота. Давай-давай, диджей, нашу музыку включай. Дискотеки нет, но зато есть вот такая красота. Протечка. Ну да, плитку уже не поменять. Не знаю, откуда вы ее повезете. Из Америки, наверное. В магазине они не продаются. Зайдите в Леруа, купите и не подзорьтесь. Замените, две плитки. Ну, управляющая компания, вы, конечно, огонь. Кравченко 5, корпус 1. Уже исправляли по гарантии, но обратите внимание, какая здесь дырень. Генерала Кравченко 7, корпус 1.
Нашим домом управляет управляющая компания «Цивилизация». В 6-й парадной нашего дома произошла протечка. Протечка в коллекторной, протечка ливневой канализации. Случилось это уже 21 марта, то есть сколько прошло? Два месяца, да, получается? Два месяца. Очень, на самом деле, такие существенные последствия, как для парадной, так и для квартир. В общем, есть такие видимые. Оно сейчас уже подсохло, естественно, да, уже есть такое, что есть пятна совсем сухие. Есть даже проблемы, естественно, в квартирах, потому что вот здесь вы можете, вот так немножко отодвинем, посмотреть, очень сильно пострадала квартира. В общем, два месяца прошло, у нас есть акт, где признан этот случай гарантийным. Но, как мы знаем, 45 дней дается. Но максимальный срок на устранение недостатков 45 дней по закону защиты прав потребителей. Здесь прошло уже, получается, 60. И застройщик ничего не сделал, ни застройщик, соответственно, не управляющая компания. За этой дверью находится коллекторная, где, как раз я понимаю, ливневка, да? Да. Сколько дому? Полтора года. Полтора года, и у вас могут быть аналогичные проблемы. Естественно, друзья, это о чем говорит? Это говорит о высоком качестве строительства от застройщика и высоком качестве управления и решения проблем жильцов. И все будет. Короче, акт в моей парадной от 13. Я скину тебе потом вот это все. То есть это акты, от управляющей компании, что вот все в рамках гарантии передано там застройщику. Вот этот акт от 21 марта, где мы сейчас были. Вот этот акт, где признан случай гарантийным. То есть вот выявлена протечка вентиляционного трубопровода, ливневой канализации, коллекторной 8 этажа. Время, протечка устранена. Требуется отделка мест общего пользования в рамках гарантийных обязательств. 21 марта. Вот это так цивилизация передала. Ты снимаешь? Да. В общем, управляющая компания «Цивилизация» передала застройщику, когда они передали? Мы же не знаем, когда они отправили. 21 марта. Может быть, они скажут, что мы не отправили, так вот, чтобы отмазать застройщика. Так вот, в смысле? Это их работа прямая. Это их работа, да. Слушайте, а что у вас с обслуживанием территории? Почему газоны не косят? Трава какая-то вообще редкая. Просто реально редкая. Одуванчики вон тут везде. Я тебе потом скину ролик, где «Цивилизация» недавно на собрании рассказывала про свои технологии обслуживания газонов. Да ладно. Да, можно будет вставить, будет очень классно. Кравченко 7, корпус 1. Точно такая же история, даже, наверное, хуже. Протечка коллекторная, да, получается, за этой дверью. Это тоже коллекторная, но здесь была протечка не ливневой канализации, здесь была именно протечка в соединении, то есть горячей, отопительного, коллектора вот этого. Угу. Не снимай. Это же все, понимаешь? Нет! В общем, у нас есть акт на руках, 13 февраля это произошло. 13 февраля это произошло, соответственно, прошло уже сколько? Больше 3 месяца. 4 почти. Вот мы просто каждый день проходим и говорим: высохни стенка. Пока не сохнет, не знаю. Застройщик, наверное, про 45 дней на устранение не знает. Чувствуется, что влажно, кстати. Здесь уже штукатурка у себя бухтит. Естественно, да. В квартире за стеной тоже тут здесь уже буквально начинается прихожая вот этой квартиры. Плесень там, пошла там, тоже, да? Там есть запах уже, но, к сожалению, там вот в этом месте невозможно посмотреть из-за мебели, но запах уже есть. В любом случае, здесь дышим вот этим всем, ходим. Если здесь посмотреть, это все вот летит. Руки грязные, соответственно. Мы этим дышим. Здесь, соответственно, видно, что вот штукатурка, они, видно, подмели. Вот здесь все осталось. Мы можем спуститься, посмотреть. Эта протечка была на 3 этажа вниз. Вот, то есть все мы этим дышим, но... Пошли в ниже этаж и посмотрим там. Да. А вчера у нас произошла протечка на 4-м этаже. Сверху сухо, а снизу здесь все. Это уже следующий этаж, вот мы видим, то есть как оно текло, тут все за стеной было мокро, мы открывали все эти коллекторные, все вот это вот сыпется, мы этим дышим. Управляющая компания, я не знаю, может быть, она просто 3 месяца забывает передать акт застройщику, но 45 дней, естественно, давно вышли, а мы продолжаем. Мне кажется, уже давно пора претензию им влепить и просто в суд на них подать, и все, это какой-то кошмар. Сколько дома? 1,5 года? 1,5 года, как мы заселились. Это жесть какая-то. 1,5 года, и у вас уже, трубы все рвутся.
А я помню, когда мы снимали видео «Папы против», камера поворачивайся, а здесь у застройщика нарисованы тактильные коврики. Так, где-то здесь такая-то штука есть. Вот, вот оно. Оборудование предназначено для детей от 2 до 7 лет. Обратите внимание. Все разное, да, сделано, а там все одинаково. То есть застройщик даже на детях экономит и больше, чем за год, ничего не исправил. Короче, если я буду говорить, а ты потом выведешь эти все документы на экран? Ну да, ты мне их скинешь, что, и да, я их здесь же не будет, их просто видно, да? Вот я к чему. Я просто к тому, что вот на данный момент в доме проходит помывка балконного остекления. Где проходит? У нас, ну вот балконы являются частью, ну, якобы, да, фасадного остекления. Ну, вот ближайшие там несколько дней в нашем доме висели промышленные альпинисты, мыли балконное остекление. Собственники, естественно, рады этому, да, но кто будет не рад, ему помыли балкон. Я просто, ну, хочется немножечко пролить свет для тех людей, кто, может, в этом не очень понимает. Балконное остекление помыто не бесплатно хорошей управляющей компанией. Балконное остекление помыто в рамках договора управления, где мы полтора года, каждый собственник ежемесячно в квитанции, да, отчислял деньги, ну, то есть скидывались мы. Мы просто скидывались на помывку, и в договоре это прописано. По мере накопления средств на счете по данной статье будет произведена помывка балконного остекления. Вот мы полтора года скидывались, и в данный момент мы можем наблюдать, ну, вот сейчас их нет, да, выходной день, вчера, позавчера, то есть у нас мыли балконное остекление. Хочется просто людям объяснить, что это не бесплатно. Ну, что это не жест доброй воли управляющей компании, а это за счет жильцов, которые платили за это деньги. Хочется, чтобы люди это понимали. Балконы намоют, дорогие соседи, не бесплатно. Балконы намоют в рамках договора, по которому мы каждый месяц отчисляем деньги. В сентябрьском отчете мы можем наблюдать мытье фасада в прошлом году. Ну, наверное, каждый собственник, кого мы здесь сейчас встретим, может подтвердить, что в прошлом году нашему дому фасадное остекление не мыли. Но деньги списали. Пожалуйста, да, объясните, каким образом вообще в перечне работ за прошлый год цивилизация включает тоже помывку фасадного остекления. А, пожалуйста, еще одно, пойдем. Худшие жильцы для управляющей компании. Многоквартирный дом, Кравченко 7, корпус 1. Какое сейчас там, 20... Какое сейчас мая? 20 мая. Май, да, вот уже там полтора месяца назад в системе ГИС ЖКХ и на сайте управляющей компании «Цивилизация» размещен финансовый отчет за прошлый год. В финансовом отчете всегда у людей, которым не безразлична судьба дома, возникают вопросы, да, по финансовому отчету. Собственно, мной было написано письмо в адрес управляющей компании с просьбой пояснить, ну, некоторые пункты финансового отчета, там 2.8, да, кажется, он называется, за прошлый год. На что мне отвечают? Документы мы, конечно, тоже приложим. Ответ управляющей компании «Цивилизация». Был у меня вот один из вопросов, очень интересный. Стеклопакет он называется в отчете. Я, значит, спрашиваю, что такое стеклопакет? Объясните, пожалуйста. На что «Цивилизация» дает ответ о том, что произведена замена стеклопакета в 7-й парадной нашего дома. Не хитро посчитать, что в нашем доме 6 парадных. Ну да, я тут седьмой, я такой думаю, а где седьмой, если это уже крайнее, получается, и больше нет, дом заканчивается. Конечно, я покажу ответ, да, к сожалению, вот мы ее не видим, но она, ребята, есть. Но она в седьмом подъезде. Вот сейчас у нас суббота, 12 часов 15 минут, просто все забито машинами, все забито. Да, здесь есть, конечно, места, где можно припарковаться, но, блин, все в машинах. И когда вот такие узкие, вот он вторым рядом стал, да потому что не было мест. Человек, наверное, ну, с вечера вчерашнего, мне кажется, стоит. Потому что вот здесь место, и он бы здесь точно припарковался. Здесь все забито машинами. Утром, кстати, как отсюда вообще выезжать? Берешь машину на руки, вот так выносишь до ближайшей улицы. То есть первая пробка – это выезд из двора, да? Я правильно понимаю?
Ну, смотря в какую сторону выезжаешь, да. Ну, в смысле, на ветеранов, да, конечно, можно постоять. Особенно с Тимофея Федорова, с главной улицы Солнечного. Там, да, прилично можно постоять. Если на электричку, вот, да, даже на автобус сел, на электричку поехать, то перед поворотом на Буденного всегда пробка. Плюс у нас еще машины, стройка же здесь, дворцовый фасад строят, резиденции достраивают. И получается, что в 8 утра как раз все эти большие грузы что-то везут. И вот люди пытаются уехать с Солнечного города на работу, а стоят в пробках с этими большими грузами, КАМАЗами. Ну вот как-то так. Если по пятибалльной шкале оценить транспортную доступность, какую ты поставишь на данный момент оценку? На данный момент? Наверное, троечку с половиной можно поставить. Начни с того, как ты лоханулась. Когда купила эту квартиру. Нет, на самом деле, вот в первую очередь я ходил, там вообще такого нет. И отзывы были всегда положительные, с людьми там тоже общался. Я первый видос, когда сделал, ну, реально очень классно, круто было. Но вот в последнюю очередь они все стали однотипными, одинаковыми. И я понимаю, что вот я, например, если там ребенка отправишь гулять, то, блин, он реально может не вернуться, потому что можно заблудиться. Все одинаково, и фиг поймешь вообще, куда идти. Ну что? Каждый день отваривается по-разному. Ну да. Скажет, вот видишь, вот там угла нету дома, это наш, вот иди на него. А вот там пустая нет. А вот там, смотри, да, елка мертвая, это наш дом. А вот здесь... А вот здесь сверху, видишь, точки, это там стенку утепляли, потому что мерзло, это наш дом. Слушайте, теперь все понятно, почему у них так. Вопрос закрыт, да? Ну да. Так, рассказывай. Все, кто сейчас смотрит видео, понимают, что здесь были амурские водопады. Смотрите, когда текло все, хлеб да бочка. Кто-то пил квас, это не квас, друзья, это не... О! А здесь, смотрите, куска гипсокартона хватило, там не было. Вообще странно как-то. Ну, я так понимаю, здесь она текла-то так это... Ну, да, что тут хочется сказать. Вот эти люки наши на крыше во всех парадных, они у нас текут с лета прошлого года. С этого уже раза 4 пытался это делать. Обещал мне, что они наняли лучших работников Санкт-Петербурга, что больше этого не повторится. И это повторяется каждые 2 месяца одно и то же. Они мне обещали, что, ну да, это такая массовая проблема, наверное, нужно уже заняться решением и думать, как избежать таких проблем в будущем, потому что люки текут везде. И он спустя 1.5 года и уже сколько количество бесполезных работ только решил об этом задуматься и донести это руководству. То есть здесь должны быть цветы? По проекту это вазоны у нас. Вазоны? Вазоны. Ну, вот здесь должны быть цветы, деревья. Ну, здесь, во-первых, он установлен вот так наискосок. Наверное, чтобы водичка капала сюда. Но цветов я здесь, да, не вижу. Ну, опять же, дом заселен 1.5 года назад, да, и по проекту все, что должно быть, мы должны иметь с первого дня, правильно? Ну, совершенно верно. Должны были сдать цветами. Вот, у нас генерал Кравченко 3, корпус 2, у нас вот на детской площадке должны быть тактильные квадраты, очень красивые, с камушками, вот можно сейчас посмотреть, как она выглядит, как ее застройщик Сеттл сдал, как Госстройнадзор принимал объекты, вот мне очень интересно, чем занимается господин Болдырев, который руководит Госстройнадзором. А вот в таком виде сдается детская площадка с такими квадратами. А, причем, сколько уже прошло 1.5 года, застройщик управляющей компании как бы считает, что это нормально, что на детской площадке, где гуляют маленькие детки, которым 3 года, что здесь можно просто бежать и споткнуться. Причем это в минимальных нормах СНИПа прописано, все и в ГОСТах, требованиях детской площадки. Ну вот меня просто поражает бездействие. А вот в красносельских государственных органов, и что они считают, это все нормальным. А ногу поставь, чтобы было понятно, какая глубина. Да, это, кстати, прикол. Понимаешь? Ну, просто вот, тут, здесь реально, играют маленькие сантиметров детки, 5, они могут наверное. Зацепиться, упасть. Да, ну, да. Сеттл там отпирался, говорит, мам, ничего делать не будем, делайте за свой счет. Потом сейчас вроде бы согласились. Ну, как соглашаются? Они соглашаются, через месяц отказываются. И то согласились, потому что сейчас ведутся следственные мероприятия там по вентиляции, потому что она у нас не работает на 10 домах. С этого вообще у нас было совещание в Следственном комитете до 28 февраля. Они должны были закончить все работы на всех 10 домах. А вот, ну уже сколько у нас май. Ну, как бы результата не очень заметно. То есть вентиляция не работает? Да, и сами действия застройщика оставляют желать лучшего вообще по отношению ко всему, потому что был четко составлен протокол, который был подписан господином Патраковым, директором юридического департамента Settle Group, где была лично я, как собственник, я его подписывала. Были представители управляющей компании, которые, кстати, это почему-то не в интересах собственников. Они поддерживают застройщиков в плане того, что
Застройщик считает, что он проводит модернизацию. Они обвиняют, что люди у нас не умеют пользоваться квартирами. Во всех 10 домах мы все тут такие тупые, купили квартиру у Сетла, мы все ничего не соображаем, и из-за того, что мы такие тупые, у нас тут проблемы с вентиляцией. Экспертизы нет, то есть на чем основаны то, что, ну, вот люди виноваты, тоже непонятно. Вот, а это наше чудесное озеленение, благоустройство от застройщика Settle Group. И вот таким образом цивилизация, управляющая компания, содержит и благоустраивает наш дом. Вот можно посмотреть на землю, тут как бы чернозема вообще, я так и вижу, не нет, пахнет. Здесь просто глина в перемешку с камнями, и как бы все спрашивают, слушай, ну а для глина, чего да. мы меняем управляющую компанию? Просто, ну, у меня, я не знаю, тут все же ходят мимо, заходят домой, проходят мимо всего этого, они не видят, в каком, а люди не замечают, в каком я тебе скажу, виде да. сдался объект полтора года назад, что здесь вместо земли насыпано непонятно что, и кусты тут просто гибнут в этой земле. Даже вид этих деревьев, я не знаю, где они их выкопали, ну, просто это явно не с питомника какого-то, потому что я не знаю, где можно купить. Так вот, вот там. В каком питомнике, какого качества кривые косые деревья. А половину деревьев они посадили, они вообще уже полтора года стоят засохшие. В прошлом году конкретно вот точно вот это дерево и там другие засохшие деревья. В проекте у застройщика же не написано, что должны быть живые деревья. И просто как управляющая компания косит газоны. Все уже заросло. Вот это вот просто обслуживание. Но мне как человеку просто неприятно ходить мимо всего этого. Я не знаю, почему у нас в домах проживают часть людей, которые говорят, на мне все равно. Да, обратите внимание, вот есть козырек, он из стекла. Смотрится красиво, да, все неплохо. Ну, если не смотреть вот на это уродство. Но его нужно обслуживать. Здесь его никто не мыл. Его нужно хотя бы минимум там, 2 раза в год, хотя бы сверху, там, снизу мыть, для того, чтобы это была действительно красивая прозрачная конструкция. Согласны? Но более того, у нас зимой были проверки жилищной инспекции на домах, и с этих козырьков, ну, у нас есть, да, замечание, это учтенное. Снег просто висел вот такой шапкой, да, то есть он даже не сползает. Ну, ты же понимаешь, что он такой, да, скатной немножко, и вот оно начинало подтаивать, ну, естественно, скатываться, да. Да, висели шапки, ну, то есть мы это все показывали при жилищной инспекции, мы это фиксировали, поэтому, да, содержание козырьков, оно... Не такое красивое, как козырьки. Ну, они, во-первых, да, замялись, качество железа и все в ржавчине, это, конечно, трындец. Наверное, да? Качество ручек, да. Ну, я прям скажу. Говори. Вот в этот дом приезжал директор юридического департамента с этого группы Потраков Антон Владимирович. Мы с ним лично ходили, я ему пока спрашивала лично вот эти ручки, это реально качество с этого групп, смотрите, она какого качества, она уже начала вся ржаветь, хотя она же на этом не надеюсь. Тут накладка, похоже, умерла. Они все отваливаются, вот такое качество ручек, и ну, он сказал, да, это наш уровень. Начало, ну, системы вентиляции, да, этого стояка. Можно ее открыть, мы ее не смогли закрыть. А, вот смотри наверх, да, вопрос. Эту. Вопрос, смотри, как оно устроено. Я даже не знаю, давай, может, наверное, мы с гостиной начнем. Сейчас, подожди, здесь я вот вижу холодная горячая вода, стояк канализации, больше тут я ничего внутри не вижу. Там пыли. Да, я мыла, это ужас какой-то, а дует. Но а, дует? Выдувает. У меня ну, углы, значит... у меня углы вон грязные, все углы. Да, там она. Она, да. Вот смотри, шутка. Вот видишь, вот то, что ты видишь сейчас, да. Вот слева, вот здесь, выход на, в гостиную идет. Вот здесь ты его не увидишь, да, он да, упирается, там решетка вентиляционная, вход. То есть, понимаешь, идет труба внутри. Да. И. Давай я, подожди, дай-ка я встану. Смотри. Сейчас. Ира, я все у тебя тут разломаю. Да, ради бога. Спасибо. Смотри, видишь? Ира, я вот сюда кладу. Да, да, да. Я что-то не понял, там просто кусок трубы. Короче, кусок трубы, смотри, это еще не все прикол. То есть вот отсюда подожди, идет... Подожди, здесь просто кусок трубы и больше ничего нет. Да, да, понимаешь? Вот это вот здесь идет пустота. Да, там вообще ничего нет, там вот получается там короб. Да, так ты еще, это не весь прикол, смотри. И вот видишь, какие-то у меня смотри, эти... Смотри, пойдем вот сюда. Странные видишь вот провода. Эту решетку? Да. Провода у всех, видишь решетку? Да. Теперь пойдем в помещение за стеной. Это ванна, да, ванна, они...
видишь? А это вентиляция. А ты знаешь что? То есть эта стена вот такая. Ну, ну да, сколько... тонкая, да. В смысле, да. Там нет... я даже не знаю, как объяснить. Ира, а вот эту снимать долго, да? Кого? Вот эту вот решетку. А ее может... А, я не... она приклеена вообще, по-моему. Приклеена. Ну, короче, то есть это толщина стены, сколько там? Буквально сантиметров 10? Вот там светится, да-да-да-да-да-да. Да-да-да, видно. Там светится вот та решетка. А знаете, что они обычно говорят? Что прям в стене здесь идет вентиляция. Да, да, они так говорят. Они а знаешь, говорят, там что? Да. Там блок. Там ну, блок, да. В котором просто вот такие отверстия. Отверстия, да. Они на это говорят, да. СКЦ-блок. Да. Тут вообще пар немыслимый. А мне пришла... То есть, когда мышься, ничего не уходит, ну, да? Ну, конечно. Ничего. Она мне говорит, а что, вы вышли, открываете дверь, и все выходит. То есть, ты понимаешь, да, из одной комнаты, да, туалет, ванная получается, сюда выходит... Жесть. Вот нет, вот это вообще, конечно, это просто... А там сейчас посмотришь, там тоже... Да, ну, чтобы просто подписчики видели. То есть, вентиляция... Да, это вентиляция, чтобы все знали. Генерала Кравченко 3, корпус 2, 5-й подъезд, двушки. И генерала Кравченко 3, корпус 3, кто живет в двушках, у вас у всех такая вот ситуация. Псевдовентиляция. Да, двушки. Вот такой вот квадратик отцепа. Не знаю, как люди живут и почему они это считают нормальным. Но они, наверное, просто не понимают. И они просто не живут, понимают. Что у них не работает дать, вентиляция. И они сидят и думают, что она не работает. Не сломать. Там не сломаешь, она уже сломана. Да, она уже сломана. Там понятно. Она, да, вообще не держится. У меня так же. Можно, знаешь, на унитаз подними. Я думаю, эта вещь такая на полгода была. Это меньше, мне кажется, на пару месяцев у нас отлетело. Ну, у меня с полгода просто. Потом второй раз, и что, мы даже надо поменять. Просто качество, как расходники. Пойдем вот сюда еще, смотри. Качество отцепа. А здесь у тебя не закрыто? Ой, ну, в общем, самое, знаешь, что самое интересное? Вот посмотри, акт осмотра вентиляции представителями цивилизации по доверенности от застройщика Settle Group. Здесь вот смотри, какая интересная вещь, да? Вот сюда посмотри. Здесь вот, вот этот пункт. Ой, кухня. Вот да, тут, то есть, замеры с закрытыми... С закрытыми окнами, с открытыми приточными клапанами. Вот смотри, здесь, значит... Слушай, кухня 0,4, если не ошибаюсь, там минимум 0,8. Во-первых, это очень мало, но это ты посмотри, мало, прикол. Да. Они сдирают вот эту решетку вентиляционную, которую застройщик проектом поставил. И измеряют. И измеряют. И с решеткой 0. Не дует вообще. Офигеть. А без решетки дует. А зачем эти показатели писать? Я вот ну, понять не могу немножко. Ну, типа, что работает. Ну, то есть, понятно, так а нам жить-то как? Никак. То есть, нам застройщик ставит вентиляционную, да, решетку защитную. И получается, что... Это... Да, да, да. В режиме? Да, смотри, смотри. Нет, ты смотри, вот комментарии. Пожалуйста. Это вот кто Settle писал? Да, вот, пожалуйста. Скажи, так, пожалуйста. Вентиляция работает в штатном режиме, замеры проводились с демонтированными решетками. Да, да, нет, да. Нет, заполняет это, нужно обратить внимание, Горбань – это сотрудник цивилизации. Горбань так, АО. Да, да это... Анастасия Олеговна работает в цивилизации. Цивилизации. Им Settle выдает доверенности, чтобы они ходили, такие акты составляли собственников. Ну, ты представляешь, как это вообще? Чем занимается управляющая компания цивилизации? Такой вопрос, почему мы хотим ее менять? То есть они ходят, Settle их просит, идите, составьте вот такие вот акты собственникам, чтобы мы их послали. И они ходят и составляют, а мы им деньги платим, между прочим. Ну, как бы за что? За то, что они вот, вот такие вещи делают. И вот даже вот в моем доме, 3 корпус 2, как рассказывал один из студентов, который составлял акт и пришел решать проблему. Он пытался рассказать, что вот тут есть дырка, которая выходит там в туалет, что от нее идет труба в веншахту. Но самое интересное, потом, когда он же ушел, я говорю соседке, чтобы она посмотрела, а есть ли там вообще эта труба, про которую он рассказывал, они сняли с мужем вот эту решеточку, оказалось, а что никакой трубы нет. А он ходит, рассказывает людям, что у вас там труба выходит в вентиляцию. А там, слушай, тоже труба на кухне, получается, труба и идет куда-то наверх. А вот этот короб, он вообще, в принципе, был не нужен. А там вы плитку ложили, да? Вот если руку сюда засунуть, чувствуется, что сюда затягивает из-за того, что открыто полностью окна и дверь на балкон. Но, соответственно, смотрите, что здесь не доходит вот эта вентиляция сантиметра, наверное, 3-4 до вот этого. Но, естественно, понятно, что она высасывает воздух вот из этого короба, который вообще здесь просто был не нужен. То есть, знаете, такое ощущение, что ну, вот когда смотришь снизу,
Вот у меня создается впечатление, что вот там проходит как раз воздушная магистраль. Но на самом деле ее просто там нет. Раз труба, там два труба, и вот это вообще не нужно было городить. Но вот сделали вот такую, скажем, обманку. Наверное, по-другому я не знаю, как это назвать. Да? Да. Муляж. Вообще муляж. Даже сложно не, сказать. Реально муляж. Потому что вентиляция должна быть, она плотная, ничего не должно нигде просасываться. У меня вопрос, они когда сдают дому, там же перед тем, как сдать работы по вентиляции, должны были проверять давление. У меня то тоже много соответственно вопросов. Соответственно или нет, как это все проходит? 8 сантиметров, ну, как я первый раз сказал. 8 диаметр. Значит, вот в книжке в разделе «Вентиляция в квартирах» мы видим, что вентиляционные отверстия имеют размеры 100 на 200, угу. Да? То есть, а сейчас мы можем посмотреть... 8 сантиметров. Да, вот, представляешь? И помимо этого, да, опять же, сотрудник управляющей компании «Цивилизация» приходит даже от лица Settle Group и при этом, ну, как бы не замечает вот эту всю историю. Я при том, что присутствовала здесь на осмотре вентиляции, да, обратила внимание сотрудника о том, что вентиляционное отверстие не соответствует нормам, да, которые указаны в том числе в их книге по эксплуатации, но, как мы видим, вентиляция работает в штатном режиме. А сколько вы здесь уже живете? Уже 1.5 года живем мы здесь. А проблема с вентиляцией когда началась? Да примерно, наверное, год назад. То есть до этого было нормально все? Да, мы принимали, все было хорошо. Принимали с приемщиками? Да, да. Угу. С компанией проверяли. Ну, все при мне это было. Вот. Вообще я разочаровалась, конечно. В Settle, в управляющей компании «Цивилизация». Не отстаивают наши права. Ну, в общем, так. Теплый пол у меня работает в ванной. В своей жизни? Круглосуточно. Круглосуточно. Ежегодно, даже летом. Если в ванне помылся, как быстро уходит влага? Очень, вообще не уходит практически. Пока не откроешь дверь, даже... А что вам сказал представитель Settle? Нужно что делать? Открывать дверь. То есть Settle вам сказал, что после того, как вы помылись, чтобы уходила влага, вам не нужна вентиляция, просто да, открывайте дверь и балкон. Да, нужно открыть дверь, и все, будет все и хорошо. Все будет уходить. Да. Супер. Да. Так и живем. А обращались, да, по гарантии? Да, обращались. Когда обратились? Ой, наверное, месяц назад. Да нет, больше, наверное. Полгода, наверное, назад. Полгода? Итак, ну, около того, не знаю. Они вообще приходили к вам? Приходили. У меня проблема была. Окна у меня сильно потели в соседней комнате. Прям не то, что потели, а текли. Конденсат собирался на подоконнике. А вот, на что мне было сказано, что я неправильно эксплуатирую квартиру. У меня не там шкаф стоит, шторы висят плотные. А вот, оказалось, что у меня нету клапана микропроветривания. Они мне его установили. Стало получше, но прохладнее в комнате стало. И у меня проблема с балконом началась. Он у меня течет, вообще ужасно течет зимой налить. И у меня сгнили... Прямо на остекление налить, да? Да, у меня сгнили шторы, мы их выкинули. Шторы какие? Мои шторы, которые обычные, висели хлопковые. На балконе, да. Они все в плесени, да. В плесени, супер. Да, ну, за зиму даже, я скажу, не за год. Вот, ну, инженер приехал, сказал, пока проблема с вентиляцией не решена, мы вам тут пока ничем не поможем. Супер. Да. А за полгода пришли один раз? Да. И ничего не сделали. А обратная связь какая-то была? Получается, два раза с окнами и по балкону. А обратная связь какая-то была от застройщика либо от управляющей компании, что вот мы там делаем то-то, то-то, чтобы у вас было хорошо? От управляющей компании вообще ничего не было. А от застройщика мы написали письма. А только нам непонятно вообще, когда закончатся работы по вентиляции, то они до февраля месяца, теперь до марта, теперь... Вообще непонятно, да? Да, с вентиляцией беда. Если закрываешь окна, там двери, да, балконы, все, дышать в квартире нечем. Просто я задыхаюсь. А по поводу того, что вот, да, собственник квартиры говорит, у нее не было даже приточного клапана микропроветривания над дверью, балконной. А здесь, да, вот мы если прочитаем вот эту вот часть, проектом предусмотрены дополнительные устройства на оконных блоках для улучшения работы естественной вентиляции. Это приточные оконные клапаны Airbox. А также до четвертого этажа на фасадных стенах смонтированы клапаны инфильтрации воздуха. То есть мы здесь на втором этаже можем видеть, да, отсутствие Акива
ну, это вот как раз-таки клапан. Вот, да, вот который да? отверстие на улице. Да, то есть, а они утверждают, что до четвертого этажа, да, вот здесь написано, до четвертого этажа, они должны быть везде. Они вот, действительно кстати, есть, но не везде. Выглядит вентиляция сборная, но там вообще непонятно, там труба, то есть такого нет. И покажи, что это действительно книжка кассета, конечно, чтобы никого конечно. Не обманывали. Конечно, конечно. Наши адреса. И пошли посмотрим в лоджию, что точно этого нет. А то а скажут, если того нет, она же сейчас говорила, вот, что поставили ей, получается, клапан микропроветривания. Вот клапан поставили, да, чтобы да, этого а это не должна было. Быть на фасадной стене. А это должна вот быть, здесь. Да, либо здесь, либо, да, соответственно, да. здесь. То есть мы можем посмотреть, не со стороны балкона. А стены вообще нет. Да, нигде нет. Ну, то есть они плесень где-то... Показать. Где-то. О, плесень есть. Конечно. Где-то они существуют. Вот она даже вот... Офигеть, на этой это, панели. Это все, да. Ну, вот мы что вымыли, смогли вымыть, то вымыли, это даже не вымывается. Ну, вот если ты посмотришь в дом напротив, да, вот посмотри, видишь? А, вот там, кстати, видно. Видишь, да, эти кивы? Второй, третий, четвертый, да, пятый да. этаж это даже это вот, видно, вот да. такие, да, отверстия, отверстия да, их видно с решеточками. Это вот о такого. Них речь. Ну, то есть, как может в доме работать вентиляция, если, ну, судя по всему, это можно назвать ошибками реализации или проектирования? Ну, если в проекте это предусмотрено и в книжке написано, то, наверное, значит, ошибка реализации. Ну, вот здесь у меня тогда сразу вопрос, что как принимали, как они сдавали эти дома, если в проекте это должно быть, в книжке это должно быть, а по факту этого нет. Обратился в УК «Цивилизация» где-то в марте. Они пришли, записали акт, то, что у меня проходит протечка крыши, эти пятна постоянно появляются, независимость. Пробуешь ты их убирать, не пробуешь. Сняли вместе со строителем уголок. Вот. Был указан срок там, то, что в мае постараются починить. И на весь этот период они все восстановят. Наступил апрель, у меня ничего не менялось. Я их вызвал. Мне опять составили акт, написали, что до 30 мая исправят ситуацию. Вот, наступил май. Сейчас у меня появилась дополнительная протечка. Я их вызвал. Пришел работник-строитель по заявке. После третьего акта сказал, у меня нет информации, что у вас есть протечка крыши, у меня заявка только на восстановление отделки. И все, и опять ушел, сказал, я не могу вам сделать отделку, так как у вас крыша протекает. Что делать дальше, я не знаю. У меня, например, с плиткой проблема образовалась, где осуществлялась протечка, образовались пятна, которые ничем не смываются. Что строители УК «Цивилизации» пытались это сделать, что я какими-то химическими средствами, эти потеки просто не уходят. Тут либо менять плитку, либо как-то ее шлифовать, неясно. Улица Генерала Кравченко, дом 7, корпус 1, квартира... Сегодня 20 мая, после того, как Settle Invest... Провел свои работы по улучшению вентиляции в квартире. Давайте посмотрим, что у нас изменилось. Окна открыты. Попрошу обратить внимание, открыты окна во всей квартире. С вентиляцией у нас не изменилось ничего. Как была обратная тяга безумная, так и осталась. Это санузел один из двух. Во втором санузле у нас такая же история. Задувает все аж к потолку. Красота. На кухне аналогичная история. На кухне у нас все летает. Тоже задувает. А сколько здесь уже живете? Живу с ноября 2021 года. То есть... Вы первый собственник. Ну, застройщика купили. Ну да, да, угу. да, у застройщика. Купили в 2020 году, как бы, ну, а вселились. Ну, сдали, уже... выдали ключи, и вы заселились. Да, да, в ноябре 2021 года. Как, с какими проблемами столкнулись? Столкнулись с тем, что у нас в санузле была холодная вентшахта. Там было очень холодно. У меня дуло, у меня прям полотенце. Ну, жили своей жизнью. Ну да, да, да. И поэтому там было все еще не загерметизировано вдобавок. Ну потом мы подделали, но все равно. Зимой холодная вентшахта. То есть и дует обратно в квартиру. То есть сейчас плюс 19 градусов. Да, сейчас плюс 19 градусов.
Ну и как бы, соответственно, этого ничего особо нет. Но опять-таки у меня вентилятор работает 24/7. То есть полгода уже точно я живу с включенными вентиляторами. Я их не выключаю ни утром. Хорошо, если их выключить, что будет? Ну, обычно задувают все сюда. Но у меня тут посуда. А, то есть, получается, если ты их не включил, то сюда все задувает. Ну, да, да. Оно дует сюда, у меня тут посуда. Я не особо хочу с цементом есть. Ну, да. Ну, да. А там у меня зубные щетки. Ну, да, да. У меня одна веншахта с санузлом. И, как бы, соответственно, там та же самая ситуация. Только там не посуда, а зубные щетки. Поэтому я и там включаю. Ну, 24/7. А обращались с этой проблемой кому-нибудь? Да, кому? В Сетл обращалась. В Сетл. Что Сетл ответил? Ну, они приходили даже. А когда обратились? Сколько времени уже прошло? Как только прошло, ну, сколько? Как только началось, наверное, они работы проводили. Вот в октябре, наверное. Октябрь прошлого года, 22-го. Да, октябрь 22-го года. Вот, ну, как они начали работы проводить. До этого особо, ну, не обращала внимания, ну, не требовалось, как бы, я не думала. А потом стала замечать, что у меня все грязно здесь, просто-напросто. Ну, и начали искать причину и нашли. Ну, да, 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 начали искать причину, и выяснилось, что у меня задувает в квартиру. То есть до этого у меня есть видео, где у меня зафиксировано то, что я держу листок, ну, потому что его бесполезно, а у меня просто он вот так вот колышется. Ну, я могу скинуть, да, без давайте, проблем. Давайте, да, я включу в ролик. Да, и как бы, ну, приезжали дважды. Пришли, первый раз составили акт, ну, как бы работы были не закончены, что они могли отписаться. Все, потом приходили, сказали, ждут клапаны, они на изготовление, вот, на 8 этаже они будут устанавливать обратно. Обратные клапаны, вернее, туда. По итогу, до конца апреля, сегодня 20 мая. Да. Вот, ну. Апрель уже прошел, май уже скоро закончится. Ну да, май уже закончится, никто ко мне не приходил. Клапана еще не изготовили. А, и клапана еще изготавливаются, то есть. Поэтому... То есть проблема до сих пор не решена? Естественно, да. Поэтому я и говорю, я живу с 24/7. Плесень причем... есть? Слава богу, нет. Вот хорошо. Мне повезло в этом плане. У нас, да, были здесь холодные углы, но ничего, мы все... Утеплили. Ну, все нормально, да. Повесили ковер, как было раньше. Практически. Но хотелось вот зимой, на самом деле, повесить его в ванной ковер. А холодно тогда? На веншахту, конечно. Там теплый пол, конечно, но ты заходишь утром вот так вот, потому что лучше одетым. То есть, если помыться, то помылся и сразу замерз, да? Да, да. Капец. Да. Но это вот зимой было. Сейчас, я говорю, на улице плюс 19. Ну, тепло, естественно, да. Да, у меня плюс балкон греется, это все. У меня здесь 31 градус зимой, когда солнце. Ну, то есть, да, такое. Но опять-таки... Ну, с той стороны, вот, там плитка, наверное, поэтому она такая ледяная. Здесь не так ощущается. Угу. Именно ванне. Ну, да, да. Хорошо, следующий вопрос. Если в город ехать в час пик, удобно отсюда добираться или нет? Есть ли проблемы с общественным транспортом? Я, слава богу, перестала ездить на общественном транспорте. Я езжу на электричке. Очень удобно. Удобно? Да, да, да. Ходите туда пешком или на... Когда как. Угу. Когда большая пробка, я хожу пешком, когда... Большая пробка часто? Не особо, не особо. То есть я могу даже до Буденного дойти, вот одну остановку, я там сажусь, доезжаю. Но меня электричка... То есть получается быстрее электричка и комфортнее? Электричка, да, да. Это быстрее, потому что до метро это ад ехать. Я 4 года ездила. Ну, то вот есть до метро ехать ад, а на электричке хорошо. Да, да. Чего здесь не хватает для жизни? Ну, кроме вентиляции работающей. Ну, у нас конкретно. Да. У нас не хватает озеленения. Его не высадили просто. А так, в принципе... То есть вы хотите сказать, что рендеры застройщика не соответствуют с тем озеленением, которое было назначено? Они даже плану благоустройства даже не соответствуют. У меня есть план, и у меня есть факт то, что посчитано. А план сейчас есть? Можете показать? Ну, на телефоне, да, есть. Да, давайте. Конечно. Я могу скинуть, там все есть. Да, давайте, я вставлю. Вот. Да, я могу скинуть акт, сколько... Ну, 4000 кустов одного вида не хватает. Ну, там, да? Там вообще... А акт кто составлял? Мы сами. А. И мы отправили... Ну, мы, управляющая ознакомилась, мы отправили в Сетл, теперь ждем. А когда отправили? Отправила в мае. В мае. Мы 5-го посчитали. На прошлой неделе, наверное, я отправила. Ну, ждем.
Какие вы молодцы. Ну, потому что по-другому никак, я согласен. У нас весной следующей заканчивается гарантия на тех, которые не высадили при заселении. Как бы поэтому, ну, что это? То есть, получается, сколько? 4000 кустов не досадили. На два дома у нас. На два дома только 4000 кустов. Да. Ну, там некоторые погибли, как бы. Но гортензии не высаживались, пузыреплодники не высаживались, там тоже где 300, где 400 штук. Но это не одно-два растения. А деревья то же самое, да? С деревьями все более-менее. Мы в прошлом году отбили, как бы нам досадили деревья. После сдачи дома? Ну, конечно, да. А что хотите сказать тем, кто принимал этот дом вот с недосаженными растениями? Мне интересно, как они принимали. Они с закрытыми глазами вот так вот ходили. Слушай, я вот задаюсь постоянно таким же вопросом. Потому что у нас не было ни эмблемы, вот, которую установили. Мы все-таки добились этого. Что за эмблема? Сами. То есть без управляющей компании, потому что там вообще бесполезно. Что-либо приходится все самим делать. Вот. У нас скамейки доставили, потому что мы заглянули, да, так скажем, выбили. Цветы доставили. Потом, ну, искусственные, я имею в виду, на первом этаже. Вот, эмблемы солнечного города. Вот, вы имеете в виду входную группу? Да. То есть даже этого не было? Этого нет. То есть, получается, покупаешь по красивым картинкам от застройщика квартиру, там дом, там район, где ты будешь проживать, а в итоге получается совсем все не так. Просто отчасти, в первую очередь, ты не видишь этого всего. Ты приходишь, принимаешь свою квартиру. И радуешься. Но когда ты выходишь на улицу, оказывается... И ходишь каждый день туда-сюда, да, чего-то не хватает. Да, я работаю в пятидневку. Ну, как бы я хожу постоянно, ну, до остановки и так далее, да. Я каждый день это вижу, и мне очень жалко. Просто столько миллионов. Ну, блин, мы же тоже покупали за деньги. Конечно. Мы же реальные деньги платили. И платим до сих пор ипотеку, как бы. Вот. А получается, то, что мы вложили, ну, где-то оно. Ну, это же миллионы. Наше озеленение, которое они подают, это миллионы. Сотни миллионов, наверное, да. Десятки миллионов точно. С учетом того, сколько стоит. Это только на два дома, что вы перечислили. Да. Мы остальные дома не брали, мы не считали. Мы считали только свои два. Вот. Ну, и... После вселения, кстати, вы скидывались на модернизацию какого-то там сервера? Да. Тоже скидывались, да? Да, он сейчас установлен в 3.1. Супер. То есть застройщик ее, похоже, не ставит, а собирает потом деньги жильцов? Ну, похоже на то. И причем у нас в бюллетене же было то, что будет включен в состав общего имущества. Сказано, в бюллетене прописано. И оказалось, мне пришло письмо просто вчера или позавчера, что этот сервер не может быть включен в состав нашего общего имущества. Ну, именно нашего дома. Угу. И кому мы скинулись деньгами на сервер? Застройщику. На что мы скинулись, кто его знает, как бы. Ну, такая ситуация. А купили бы здесь второй раз квартиру? Я люблю свою квартиру. Вот честно скажу, я люблю свою квартиру. Но, наверное, нет. То есть это... Даже у меня вот и коллеги рассказывают, да, насколько других застройщиков не хвалят, да, так скажем. Но когда ты встречаешься вот с такими ситуациями, и у нас же есть квартиры, я знаю своих соседей, у кого есть плесень, и прям это жестоко, там уже, ну, до болезни доходит, понимаете. И получается, ну, это мне повезло, да, у меня всего лишь обратная тяга, да, без плесени пока. Вот. Ну, а кому-то здесь не повезло. Это, ну, случай, наверное, какой-то. Везучий, невезучий. Я не знаю. И причем у первых этажей проблемы с балконами. То есть ты открываешь, а там просто вот такие вот пустоты. Ну, то есть провалы потом. Снаружи провалы, соответственно. То есть в чем пустоты? В балконе. То есть он течет, когда снег... Угу. С учетом того, что у нас очень низкий первый этаж. У вас низкий, да, очень первый этаж. Да, и это проблема. У вас, можно сказать, первый этаж, это такое, в цоколе ты живешь. Да, и получается нужно, не знаю, сгребать этот снег от фасада, наверное, я не знаю, как это делать. А, то есть снег наметает на стекло, и потом это течет все в квартиру? Да. Офигеть. Вот, в том-то и дело, что балкон весь мокрый. И мне рассказывали, вот, у кого есть такая проблема в моем доме, да, что приходил подрядчик от застройщика, говорит, ну а что вы хотели, это первый этаж,
И вообще, как бы, застройщик делает балкон в последнюю очередь, он не обязан его утеплять. Но как бы тут дело не в утеплении, а дело в герметичности. Ну, для начала. То, что это сейчас протекло, потом начнет гнить, это потом плесень, ну и так далее. Оно же не будет на одном месте стоять, оно пойдет дальше. Плесень любит расходиться. Мы платили деньги реальные, и мы хотим реальное качество получить. Какой бы ни был, конечно, считаю, уровень квартиры, там, комфорт, эконом, да, там, это бизнес. Без разницы. Да. Квартира должна быть качественной, конечно, потому что люди тебе заплатили деньги, да, за то, чтобы ты построил, там, ты же покупаешь не на год, не на два, вот, а покупаешь себе на всю жизнь. Потом тебя игнорируют, это еще больше отвергает от таких застройщиков, таких управляющих компаний. То есть такого застройщика вы уже не порекомендуете друзьям? Нет, наверное, я не порекомендую. Вам только терпение, да, могу пожелать. Спасибо. Вот генерал Кравченко, опять же, 3, корпус 3. Идем от 7-й парадной. Вот смотрим озеленение. Это в таком виде застройщик передавал в 2021 году. В июле месяце он передавал дом управляющей компании «Цивилизация». И вот это отсутствуют кусты еще с июля месяца 2021 года. Сейчас уже скоро будет июль 2023 года. И у нас в июле гарантия на озеленение 2 года. Уже в июле закончится гарантия. Больше тут вообще даже не то, что половина. Тут 90% кустов просто отсутствуют. Они сдохшие и засохшие, тут стоят уже эти бодылки с 21 года. Опять же, мы видим вместо земли чернозема тут глина, камни, и вот все в таком виде. Мне просто честно, ну, вот людей это все устраивает. Ну, конечно, друзья, мы с вами понимаем, что любой застройщик, учитывая какие-то недостатки своих зданий, которые они строили в начале, ну, по логике, должен учитывать в новых своих объектах. И сейчас мы с вами пройдем и посмотрим недавно сданные дома, что там все должно быть красиво, хорошо и все работать. Погнали! Вот у меня первый вопрос. Они сдали. Вот здесь должно быть, по идее, тут освещение какое-то, пешеходный переход. Тут даже на асфальте ничего нет. Вот ты едешь как водитель, у тебя ни знака, вообще ничего. Где здесь переходить дорогу? И дальше туда пару километров, вообще непонятно, как пройти. Вот это у меня первый вопрос. Ну, вот это тоже классно сдали. Я не понимаю, вот здесь что, брусчатки не хватило? Ее же делают у нас. Почему этого здесь нет? Озеленение. Ну, переход сделал. Торчащий какой-то кабель. О, нормально. Здесь уже сделали местную помойку. Какие-то дырения. Да, слушайте, должен быть похожий столб, но его почему-то здесь нет. Елка раз, полудохлая два и еще такая же три. Обратите внимание на поребрик. А что с поребриком-то? Это так в проекте, да, должно быть? На рендерах также, да? Заходим, у нас здесь огромный тамбур, колясочная, уже все в велосипедах. Спасибо, что за... О! А где лифтовая, где хоть один указатель? Куда идти? Выход здесь. Вот я здесь вижу выход. Можно только догадаться, что лифт находится там, и увидеть его через вот эту амбразуру. Ладно, давайте, идемте. Но я бы, конечно, рамочку на красной плитке бы делал, на бордовой плитке бы другого бы цвета, чтобы это выделялось. Здесь у нас обычный строительный вагончик. Но вот я, смотрите, я не понимаю, вот для чего такие закутки, для чего столько пространства терять, непонятно под что. Открывай дверь полностью. Опа! И она бьется об эту коробку, потому что, смотрите, вот я ее закрыл до конца. Вот, друзья, показываю, чтобы не было вопросов от диванных критиков. Ограничитель в 20 сантиметрах. Молодцы! Восьмые этажи. Что не этаж, что не комплекс, сколько бы них ни сдавали, они никак не могут в 21 веке это исправить. Да. Хочу внимание, что хотя бы здесь есть ограничители двери, но вот они здесь будут работать. Ой, что течет? Видите? Опять течет. Видите, это течет вода, это потеки от воды. Это вот как раз таки, о чем я сегодня и говорила. Ну, вот из дома в дом строят... Одни и те же проблемы. Да, одни и те же проблемы, и с этого их даже не исправляют. Смотри. Опаньки. Ну смотри, вот этот линолеум убогий. Вот это что это вообще такое? Что это такое? Позорники. Эти качества от застройщика. То есть вот эта лента, ой, этот шнур, он должен быть вплотную. Глянь, он все снизу доверху. Ё-моё. И он просто, смотрите, они то ли это установили криво, то ли
рама такая кривая, то ли руки из одного места растут. Да, ой, вот наверху вот здесь этого не видно, а вот здесь, вон, видишь, вот то же самое. Здесь вроде прикручено, но плашки, смотрите, они их даже окрасить не смогли ни в белый, ни в серый цвет. То есть вот здесь что-то более-менее постарались, а вот здесь все. Да, вот здесь, смотрите, они окрасили, но часть ножки забыли покрасить. А вот это уже приварено здесь. И здесь, ну, рано или поздно пойдет просто ржавчина. Друзья, это строительный мусор. Офигеть! Офигеть! Ну да. Ну а что нормально? Вот эта рама, все это под замену. И оно принято у застройщика. Смы. Это ограждающая конструкция. Смы. Опа. Пошло. О, ну это люди. Ну, слушай, ну вроде так по примыканию все криво-косо, но ничего такого нет. Слушай, ну тут прямо, да, водосточку идет. Смотри. Он герметик. Пошел. Чпок, и он закончил. И не дошел, он закончил. А, нормально. Ну вот он, видишь, система мокрого фасада. Здесь хотя бы если бы герметиком прошли, оно рано или поздно все равно будет вот это разрушаться. Потому что обычно, когда делают венфасад, то есть вот он заканчивается, этой планки не должно быть. Если ее делают, то там специальная планка есть. А это, слушай, здесь уже трещина. И сюда понятно, что будет влага попадать, и со временем она просто будет отваливаться. Вы там спускаетесь? Ну, тут, видишь, тоже герметика нет. Ну, тут просто он дрень. Он щель здоровенная. Вот, друзья, смотрите, новый дом сдали. Сдали его в этом году. Начали выдавать ключи. Сдали в прошлом, наверное. Смотрите, как вам герметизация? Ну и смотрите, вот она, гидроизоляция. Нормально, да? И вот здесь тоже, смотри, вот щель есть. Почему здесь было герметика, капельку не закинуть? То было бы все нормально. А, нормально, и так пойдет. Снимешь на видос, как я в грядку прыгаю? А? Снимешь на видео, как я в грядку прыгаю? Видос? Меня сними, как я сюда буду прыгать. А ты будешь прыгать? Ну да. Че, серьезно? Раз. Подожди. Два. Три. Какие-то. Ну вот. Ух! Вот и я уже внизу. А посмотри, пожалуйста, на эти кусты. Вот на эти кусты посмотри. Да, я их даже сразу, честно, не заметил. А Сетл заявляет, сколько там трех-четырехгодовалые кустики, да, высаживают. А потом, конечно, будем удивляться, что течет балкон. Ну и старая песня о главном, отмостка опять из асфальта. Подожди, вот это внизу ты видишь вообще? Смотри, какая красота. А белый герметик тебе что, не нравится? Это не белая, это специальная такая, я не знаю, как она правильно называется, такая уплотнительная. Серьезно? Да, уплотнительная штука, которая ставится здесь, где мокрый фасад. Там, она вот сюда заходит для того, чтобы трещин не было, ставится. А почему белая? Ну, она белого цвета, другое, наверное, дороже стоит. И слушай, у меня ощущение, что он немножко осел, да? Хотя он новый, не знаю. Потому что уровень, смотри, какой раз, вот там такая щель, дырища. Здесь тоже грязь кругом. Как чудесно, когда у тебя есть управляющая компания цивилизации, которая это все принимает. Почему сегодня сделать в уровень с землей? Нафига тратить кучу денег вот на это говнище? Вот, даже плитку, вот, что это, вот. Так а здесь, посмотри, здесь затирки не хватило, здесь нет затирки, здесь, здесь. Да, затирки не хватило, нормально, цивилизация примет. Ну, вот здесь тоже, да, вот вроде что-то такое, и деревья высокие, даже вроде травка есть, и какие-то кустики, а вот это что такое? То есть они ждут через 10 лет, чтобы это все выросло? О, нифига, тут штанги есть, вот это круть. Здравствуйте. О, слушай, работает, офигеть, здесь можно спортом позаниматься. Вот тяжеленькая, слушай, сколько? 25, 50 и плюс гриф, слушай, круто. А вот это закрытые дворы от Сетла, обратите внимание. А, и пороги, кстати. Сетл рассказывал, какие у них прекрасные пороги, что это жители. В ржавчине все, да. Ну, опять все ржавое. Ну, вот... Какая-то странная конструкция. Люди еще заехать не успели, у них уже все... Смотри, здесь такое ощущение, что собачка накакала. Во-первых, у меня вопрос, когда будет влага попадать, как она будет отсюда уходить, потому что вот видно, что по стенке текло. Второй момент, если нужно сюда спуститься, обслужить, это только через подвал получается вход. Да, и самое главное, уже асфальт проседает, они его только положили, уже все проваливается. Здесь уже сделали это новый дом, он с мэка крепления сделано. Это качество, ну вот как принимался этот дом? О, смотри сюда, смотри, вот она, сетка торчит. Здесь вон мошки какие-то живут. Ну, на первой квартире живут. Здесь гидроизоляции вообще никакой нет. 168? 168. То есть, получается, люди, в принципе, они ходят чуть ниже вот этого асфальта у себя в квартирах. Это жесть. Ну, вот это уровень, да, вот все уже отваливается. Ну, так, тогда такое ощущение, что, знаешь, уже просадка пошла. То есть, либо вы так сделали,
потому что он, видишь, все отвалился. Живет входная группа, да, своей жизнью. Распаечная коробка маркером подписана. И вот на это смотришь, блин, ну вот это просто уродство. Вот это уродство. Вот это. А в кольце она треснутая вся. Ну. Ой, как качество. Вот. Набивное покрытие, урны. А знак прикольный. По мне, нужно было делать его в обратную сторону, потому что, по идее, нужно идти вот сюда направо. Газоном просто, ну вот это назвать газоном, у меня язык не поворачивается. Смотри, крышка люка здесь на одной высоте, здесь на второй, здесь на третьей, там на четвертой. А потом трава порастет и не видно будет. И типа не видно будет, да. Это что такое? Это они здесь когда варили, землю себе сделали? 54,9. 54,9, и это 4,212. Это с людьми, которые не проживают. Нос первый этаж. Мне кажется, там должна быть проходная сетка какая-то. Так, здесь сразу чувствуется просто холод. Очень холодно, нет света почему-то. Слушайте, здесь можно картошку хранить. Ну да, и грязь кругом. Ну вот. И сажать картошку. Содержание, да? Жилья. Содержание жилья. Ох ты, и здесь темнота. Ребята, ну, я скажу, не страшно. Здесь страшно, да. Пошли, 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 не бойтесь. О, а здесь уже свет есть. Уже и спуск в ад. Смотри, какие лестничные марши, какие ступени сделали ровные. Они все одинаковые. Главное не убиться на них. Я, кстати, не понимаю, вот тут реально... Фу, господи, чувствуете этот аромат? А, смотри, а, тут открыто. Тут, походу, все текло. Так, смотрите, ну вот здесь я вижу влагу. Прикольно, в паркинге. А? Ну, я была у Димы в паркинге. Ну, вообще недовольна. Слушайте, влага откуда-то есть, непонятно, но вот это специально для нее сделано, на самом деле. Она, чтобы должна собираться. Я только, да, не знаю, это откуда она. А мы сейчас их найдем, да, сейчас мы найдем. Транспортное средство. Тут вентиляция есть, слушай, ну так неплохо. Ну, получше, чем наша. Смотрится красиво, светло, и как бы у большинства, ну, как бы у некоторых застройщиков я видел, которых и недвижимость чуть ли не в два раза дороже, там совсем капец. Вот он, получается, кабель идет, и он должен быть вот здесь. А, вот он и виден. Слушай, а здесь стоит вода, и очень странно, вот он, поплавок наверху. Сейчас, подожди. Тут уже все коррозией разъело. Здесь вода, такое ощущение, что давным-давно стоит. И странно, что он не выкачивает. То ли поплавок настроен так. Ну и тоже, кстати, много очень воды. Я не понимаю просто, откуда она идет. Но вот холодно, да, здесь. Смотрите, есть, во-первых, датчики. Это уже хорошо. Есть. А, вот здесь забыли снять защитную. Защитный колпачок. Вот он синий. И сразу вопрос. Пилон какой? Пожарные рукава на месте. Помещение персонала. Все ломать, куда вот здесь? Видно меня? Да, видно. Смотрите, а это помещение уборочного инвентаря. О, тут греться, кстати. Тут тепло, здесь можно даже помыться. Смотри, оно новое помещение, датчики еще не... А, да. А сразу у меня вопрос, а как сдали дом-то? Технадзор. Слушай, ну на самом деле так все смотрится аккуратно, красиво. Как вам нравится, вот как здесь сделали, смотрите. То есть получается, технологический проем был больше, чем вот эта сама шахта. И вот они заделали, там, закидали говном. Что было, так и закрыли. Конечно, это смотрится очень. И здесь, смотрите, аналогично, вон такая же фигня. А здесь вообще у меня ощущение, что влага проходила. Вот видите, вот в этом углу. Есть такое ощущение? Да есть, надо, говорю, в дождь это все посмотреть. В дождь, мне, да, кажется, да. Да, возможно, возможно. Звонишь куда-то, зачем? А я не специально. По камерам спалимся. Ну и что? Где выход? Пошли, да. Ну, он до сих пор звонит. А вот такое ощущение, что здесь они там, типа, косяк здесь. Все надломили и вот так все оставили. Ну, здесь, соответственно, аналогично. Здесь чистенько. Слушай, ну здесь... Так его в 3-3 до сих пор. Подожди, подожди, влаги нет, но обратите внимание на качество. Они просто мазали всем подряд, смотри как. Да, да. Лестничный марш, конечно. Ух! А что они мазали? Давай, давай. Зомби. Зомби идет. Слушай, прикольно.
Качели классные. Давай-давай, бетнись за шаурму и по пивку нам возьми. Подожди, ты сама сказала на камеру, что 2,5 года не пила, пока сюда не переехала. Тут вот мы только что прошли, обсудили, какой классный променад. Ну реально круто. Высокие деревья, светодиодное освещение, фонари такие в питерском стиле, старом. Паспорт объекта, бетонный забор, они убогие, какой-то металлический развалющий. Асфальт. Вот там он заканчивается. Голуби, которые пожирают семена травы. И здесь кроме травы вообще, что ли, ничего не должно быть? Ни деревьев вообще нифига. Только здесь... Ну, что-то вроде на картинках застройщик, это все по-другому, блин, было. О, вот они камни, вот они где, вот они. Это наши камни с Кравченко, 3 корпус 2. О, асфальт закончился, потом доделают. Тут с коляской ты идешь, вот как тебе здесь идти, скажи мне, как? А рост у тебя какой? 1,67 м. 1,67 м. Вот смотрите, друзья, получается, ну, ты выше пола, чем квартира первого этажа. Вот сейчас находишься. То есть люди, получается, тебе, ну, там, они будут смотреть вот в это среднее окно своей головой. Это реально просто жесть какая-то. Это продажа не первых этажей, надо писать, а продажа цокольных помещений, правильно? Ну, ключи же, говорит, мы начали выдавать только в этом году. Ну да, сдали в прошлом году без озеленения. Ключи уже выдаем без озеленения и будем за ваши деньги делать озеленение. Да, если их выберут. Если нас выберут. Слушай, ну здесь тоже смотри, вот с озеленением. Травы практически нет. Тут, можно сказать, ну, вообще ее нет, да? Кусты очень-очень редкие. И я вспоминаю рендеры застройщика и понимаю, что, ну, соответствие, в принципе, на нулевом уровне. Вообще... Друзья, вот как вам озеленение, посмотрите, в новых корпусах? Вот это вот так выглядит. Да, и цивилизация с этим говорят, что я плохая, нехорошая, требовала, чтобы мне это все в доме сделали. И что мы живем теперь нормально. Ну, вот это, на самом деле, тоже, я считаю, плохая история. Вот такая плитка, она прикольная, например, на газонах, да, через нее пролезает, наверное, трава или парковка для автомобилей. Но вот сама, если ты здесь пойдешь, здесь очень некомфортно по ней идти. У нас есть истории в первых там очередях, когда дети, бегая, ну, могут, да. Сломали ноги. Ну, это плохо. О, вон, смотри, как. Вот это сдали дом. Офигеть, смотри. Это он по времянке, что ли, запитан? Тоже, да, вот смотри. Вот стой, вот стойте здесь. Я не против деревьев, я люблю. Но почему было дерево не посадить там? Или сделать вот эту... А, подождите. Я понял, здесь, вот здесь асфальт должен быть, его просто тупо здесь нет. Вот он здесь должен быть. Смотри, как классно сделали. Я сейчас шикарно укатали асфальт. Вместе с люком потом, видно, долбили. Ну, это да, просто жесть какая-то. А ровный он какой? И смотри, здесь идет поребрик, а дальше его просто нет, он закончился. И вот это озеленение от застройщика. Раз, два, три, четыре каких-то влепили саженца непонятных. Травы нет, кустики вообще редкие-редкие мелкие. Ну, просто жесткач какой-то. Ну, Андрей, ну тебе же сказали управляющие компании, их если выберут, они все посадят за все, ваши за деньги. Ваш, конечно. Да, дорожку сделали, да. Может быть, это выход в паркинг, я не знаю. Но тут фиг знает вообще. Ну, видишь, кабель висит, не подключен. Нет, не видно. Ну, слушай, ну вот смотри. Вот он заезд. Здесь на 1,5 машины, в принципе, по-нормальному, вот здесь. Ты вот смотри, поворачиваешь сюда, тебе нужно вот здесь прямо прижаться. Ты вот смотри, какое расстояние. То здесь сделано убого. То есть вот он стоит по ребрик. У тебя машина вот это выезжает. Вот смотри, по колесам она выезжает. Вот, вот сюда встань, стой здесь. Вот здесь выезжает машина, она вот здесь поворачивается. А как здесь проехать? Тут, блин, 1,5 метра. Так не с этого же будет. Сделано через одно место, реально через одно место. О, на Ладе Калина пробирает максималку. А это трава. Ты ее просто не видишь, у тебя очки на голове. Это трава. Она появится. Она появится, главное, проголосуйте. Это как когда, короче, пришли управляющие компании. Если они, конечно, это приведут все в божеский вид, здесь, конечно, будет такой прикольный променадик. Но я, конечно, понимаю, мне хочется, что я когда покупаю квартиру в новом доме, то хочется, чтобы новый дом был действительно новым, а не какое-то такое ощущение, что его на капремонт отдали. Когда дом будет подходить к концу гарантии через 5 лет, мы вам все сделаем. Попрыгайте кто-нибудь здесь. У меня сил уже нет. Не, я не попрыгай. Я тоже боюсь, поэтому вас отправляю. Нет. Давай ты попрыгаешь, я подержу. Ну, на, подержи. Я делаю вначале вот так. А, слушай, нормально. Если там вода, то ну, тебя сейчас поплюхает. Классная штука. Так, ну что, я хочу, знаете, что еще посмотреть? Слушай, ну кусты реально просто позор. Слушайте, ну вот здесь вроде все ничего, но вот
Я не знаю, для чего вот эту парковку они сделали, для чего-то. Для чего, почему не делать зеленую зону больше? Ну, мне непонятно, да? Вот смотрите, как это все, блин, ну... Все в открытом доступе. Во-первых, это смотрится убого, просто убого. Сделано все, ну, кусок арматуры какой-то, вот он идет, тут куча проводов. Ну, почему не сделать все сразу аккуратно? Смотрите, какой вид отсюда, здесь даже лактоцентр виден, офигеть. Реально. Смотри, какая красота. Блин, да. Слушай, ну очень круто, да? Просто офигенно. Даже неожиданно. Сшитая. А, это обшивка просто сшитая. Да, ну, не знаю, ну, в общем... Не-не, это не труба сшитая, это теплошумоизоляция. Что-то... Ну, вот видишь, как они это все сделали, кривой кос. Да, и вот... Слушай, все в протечках вокруг. Да, тут квартира. Вообще трендец. Представляешь, у них здесь может вечно плестать теперь? Да. Смотри, какая дверень вот здесь, угу. У люка. Так оно будет течь. Да, оно будет течь. Да, будет течь. Вот здесь даже видно, как они чем-то терли, видишь? Да, да, вот терли здесь. Терли вот здесь, и вот это все то, что, с чем мы боремся полтора года, что у нас ржавые порталы. А здесь, смотри, у тебя места. Штукатурка, шпаклевка, да, и здесь все. Да, да, понимаешь, они чем-то это пытаются оттереть, но прям следы, да, видишь, как они да, вызвали да, здесь да. Чем-то. Сейчас в жилом комплексе «Солнечный город» активисты проводят собрание для переизбрания на другую управляющую компанию. Естественно, понятно, что та управляющая компания, которая... Вот я сюда уже приезжаю второй год подряд, и вот ну, смотришь на одни и те же вещи, и они почему-то, друзья, не меняются. Убитые зеленые насаждения, и они вставлены там окна, и куча-куча недостатков. Естественно, мы все с вами понимаем, что любая управляющая компания от застройщика будет всегда от застройщика и работать на него, а не на нас с вами. Сделайте, пожалуйста, правильный выбор, чтобы потом не кусать локти. Друзья, мы вам показали всего лишь часть проблем, которые существуют в новом жилом комплексе. Посмотрели с вами недавно сданные дома, и, как вы видели вместе с нами, проблемы, к сожалению, одни и те же. А если вы уже здесь приобрели квартиры, то внимательно, соответственно, обращайте внимание на те недостатки, которые уже есть у жильцов, которые здесь прожили определенное время. И не подписывайте просто так документы, пока не убедитесь, что с вашей квартирой действительно все хорошо. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. И чувствую, мы скоро снова увидим очередную серию в жилом комплексе «Солнечный город».